начинаем разучивать нанесение бокового удара, ну, уже в туловище, значит. Как он выполняется, значит, обязательно делаем подсед на уровне туловища для того, чтобы четко попасть по корпусу. Значит, становимся, делаем вышагивание с подседом, нанесение бокового удара. Защитное действие, подставка, правого лоба. Опять становимся. Раз, оп, подставка. Раз, оп, подставка. Раз, оп, подставка. Также здесь. Подсаживаемся на уровне корпуса, чтобы четко нанести удар. И также здесь становимся. Делаем вышагивание с подшагиванием. С подседом вниз и встаем, защищаемся подставкой правого локтя. Еще раз. Раз, подставка. Раз, подставка.